Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Сегодня воскресенье, а значит завтра будет понедельник и новый буст. Новый буст — это раз. А во-вторых, мы переведем следующего персонажа в платиновый ранг. Я вас спрашивал, кого будем переводить, и большинство голосов сказало, что переводи Кожеголового. И я, наверное, так и сделал, ребята. Хотя еще время есть до понедельника у вас подкинуть свои, как говорится, рекомендации мне в комментариях. Ну что, а по прокачке дальнейшего персонажа многие проголосовали за Слэша. То есть мы будем с тобой за жетоны прокачивать Слэша. Ну что, открываем колоду и поехали. Начнем с серии испытаний, конечно же. Быстренько сейчас тут пробежимся. Все мне это нужно, ребята, сделать очень быстро, потому что через часик мне нужно валить на работу. Соответственно, эта серия уже выйдет, когда? В понедельник, получается. То есть в понедельник будет аж две серии. Эта запоздавшая, ну потому что из-за работы я не успею выложить. И, соответственно, уже новая с бустом. Хотя, опять же, хочу сказать, что завтра у меня тоже рабочая смена. Мне надо будет идти в ночь и, соответственно, придется жертвовать своим сном, чтобы снять буст. И буду надеяться, что это мы сделаем не зря. Не хотелось бы, конечно, как-то там обделаться и еще и не уснуть при этом деле. Ну что, а сегодня воскресенье, это у нас, так сказать, корректировочная такая серия, где мы с тобой все доделаем, что нужно. Все подправим, подкорректируем, чтобы уже в понедельник не было никаких для нас сюрпризов. Поднять уровень персонажа. Ну, пошли, в поединке подеремся, потому что у нас... Да-да-да, именно Крэнк. У Крэнка очень много что нужно искать. Ой, эти 8 3D очков. Мы сейчас запаримся их искать. Мы их и не найдем, я тебе даже больше скажу. Вот, только одни выпали. А нужно еще 7. Да, с ними огромная беда. Вот тебе результат. Ну, сам видишь прекрасно все. Вон, только вторые. Это ж сколько попыток мы сделали, чтобы только вторые получить. О, третий. Довольно быстро выпали нам. Да, ладно, все, тут больше уже не найдешь. Ты просто припаришься. Мы сейчас все тут с тобой сольем. Всю пиццу и тому подобное. Поднять уровень персонажа. Так, сколько у нас мутагена? Глянем. 23 тысячи, но, по-моему, этого не хватит для Крэнга. Нужно 28. Все, я понял. Значит, смотрим, что у нас там по жетонам. Друзья, 510 жетонов. На Слэша нужно 710. Вот так. Кстати, еще голосовали некоторые ребята за Пита. За его супер уклонение. Кто-то даже за кроликов голосовал. Мне кажется, даже кроликов было бы быстрее прокачать, чем Слэша. По большому-то счету. Ну ладно, вы сказали Слэша, будем Слэша качать. Так, ну что. Давай-ка мы... Блин, вот это надо убрать, потому что маг, ну, что-то не в своей очереди тут стоит. По большому счету. Ну что, турнирка. Здесь у нас в платинке... Ну что мы можем в платинке... Учитель Сплинтера попросили меня пройти. Ребят, ну, не хочу я его проходить, потому что, ну, нечего там ловить. А тратить просто так сыр, когда я могу, например, вот здесь его потратить на более нужные, так сказать, нам вещи. Естественно, я ищу снаряжение, и также я ищу вот эти вот, ребят, орнаменты. Ну, по возможности тут еще выпадают нам жетоны. Естественно, шанс маленький. Последняя попытка. Неудачно, неудачно. Вот этих орнаментов нам нужно, ну, очень много, ребят, там за сотни их надо. Что это для нужны? Для прокачки скиллов на 7-ю ступень. Ну что, остается у нас в данный момент только турнирка. Так, Лига Мастеров, как ты видишь, ранг у меня 83-й, в принципе, они меня за сутки не очень сильно скинули. Ну, с первого места понятно, они меня сбросили. Ну, это ровным счетом ничего не меняет. Для меня это точно. Потому что я сейчас буквально как пташечка заберусь обратно и буду там сидеть, и никого туда впускать не буду. А завтра в понедельник, во сколько у нас там получается? В 4 часа, да? В 4 же откат. Или в 3. Ну ладно, пускай будет в 3. В 3 часа мы с тобой зайдем, начнем буститься и переведем
персонажа еще и в платиновый ранг. То есть, как бы, вот такие вот новости у нас будут. Если Кожеголового перейдем в платиновый ранг, это будет неплохо. Но еще раз повторяю, ребята, время есть проголосовать за кого-то другого. Так, ну что, 71-я позиция. Соответственно, сейчас мы быстро тут зайдем. Просто, ты даже не успеешь глазом моргнуть, как я буду уже там. А все почему? Да потому что уже я практически на автомате играю. Понимаешь, я уже знаю на 10 шагов вперед, кого, как и что поставить. Нет, ну бывают, конечно, рискованные мои ходы. Где-то в плане сэкономить или еще что-нибудь. Там, да, мы можем сфейлиться. Ну, я, опять же, сам себя за это корю. Ну, а с другой стороны, если подумать, ребята, игра есть игра. Ну, как тут не рисковать? Как тут не сделать такие, знаешь, патовые ситуации, чтобы немножко себя подзадорить, понервничать, осознать свои ошибки. Правда, эти ошибки иногда могут, как бы сказать, иногда может прокатить, да, моя боевка, и я буду радоваться. А иногда она может не прокатить, и я буду злиться. Тут, опять же, рандом. Тут нельзя на 100% сказать, что вот этот поединок я сейчас выиграю, а этот я проиграю. У нас сколько раз так было? Просто, когда Шреддер бьет по каким-то там 30-м, 40-м уровням бойцов и не уничтожает их просто-напросто, понимаешь? Не убивает. Ну как это может быть, ребята? Когда по приори он просто должен это сделать. Просто посмотреть на него, тот должен уже упасть. Так что тут вообще непредсказуемость полнейшая причем. Так, ну что? Хорошо, идем, я тебе скажу. Мы как раз еще и накопим с тобой мутаген для того, чтобы прокачать нашего Кренга на еще один уровень. Да-да, он будет у нас супер-пупер скоро прокачанным. Так, давай-ка я возьму, наверное, Шреддера и Ваньку. Шреддер и Ванька — это, ну, практически топовые бойцы. Шреддер так один из топчиков, это точно. Ну, а Ванька не отстает от него. Ну что, поехали. Причем у Шреддера всего лишь одна массовая атака, но зато какая. Офигенно, наносит урон, плюс весь вешает постепенку. То есть, дорогого стоит. Замечательно. Тут мы тоже прошли и, конечно же, продвигаемся дальше. 47-ю позицию мы переходим на 34-ю. Возьму, наверное, вот эту вот команду. Донни, Макман. Вот так вот я хочу сыграть. Без участия Супер Шреддера. Ну, эта команда, естественно, вырулит тут все. Первым ходит Усаги. А, нет, Майки, конечно же. Конечно, Майки, что-то я попутал. Усаги уже ходит вторым. Так. Что-то не то, ребят. На! Замечательно, Макман просто психанул. Взял, как говорится, всю волю в свои ладошки. Сделал этот супер ураган и выпустил со всей яростью нашего противника. Так, 23-я позиция. Отлично. Ну, давай возьмем Даурен. Да? Возьмем Даурена. Убирайте слово... Точнее, убирайте букву Ре, и получается что? Вот именно. Так, давай-ка возьму, наверное, хоп-хоп. Вот так вот. Эх, Кренгушка, скоро ты будешь у нас соточкой. Будешь полноценным членом нашей команды. Сейчас мы скиллы ему еще докачаем, и все, и будет вообще топ. Ну давай, Супер Шреддер, завалишь их всех? Нет, не завалил. Вот единственное, что мне не нравится, инициатива. Ты посмотри, у Кренга 94 уровень. У Рокзара же 80. Секешь, о чем я? Да-да, что Кренг очень сильно проигрывает по инициативе. Даже несмотря на то, что он сейчас в данный момент 94 уровня. И его Рокзар переплевывает. 80. Да. Ну что у нас тут? 11-я позиция, я так понимаю, это последний сейчас будет поединок у нас. Заключительный, так скажем. Раз, два. Раз, два. Так, Шреддер, иди сюда.
Нет, 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 нет. Давай Бакстера возьмем. Ну и вот так вот. А раз это последний поединок, тут уже можно любого, в принципе, брать, ничего страшного. Вылупляем. На всех, абсолютно все с постепенкой висят. Замечательно. Я говорю, у Супер Шреддера очень мало косяков. Очень мало. Хотя все равно не бывает. Ну что, переходим? Да, друзья. Вот оно, первое топовое место у нас с вами. Поднять уровень персонажа. Ну-ка, где у нас Крэнк? Красавчик. Друзья, 95 уровень получает у нас Крэнк. Так, прикинь, до 7 ступени можно прокачать. Накопилось у нас достаточное количество вот этих орнаментов. Но это будет шикарно. Крэнк будет иметь, нифига себе, и этот удар. Нет уж. Перебьется пока. Так, очки выпали. Еще одни выпали, прикинь. Пошла маза. Еще. Да ладно, серьезно? Так, подожди, сколько нам еще-то там надо? Ага, еще одни очки нужны. Ничего себе, 4 очков к ряду мы нашли. Да, что-то с игрой случилось. Не то, ребята. 385 платиновых осколков. Во-во. Мы получим с тобой сколько там? 70, да? В общем, красота будет. Ну что, силовые ячейки крэнгов теперь нам нужны. 10 штук. Угу. Пицца, правда, у нас, наверное, закончится быстрее, чем я найду эти все силовые ячейки. Так, сколько еще там надо? Еще 5. Ну, понятное дело, что я их все за сегодняшнюю серию и не нашел бы. Забираем тут награды. А что у нас в магазине? Пицца. Слушай, дай-ка я, наверное, отыграю пиццу. Я думаю, не надо объяснять, для чего я ее буду отыгрывать. Чтобы еще поискать... Да, чтобы еще поискать элементы нам для прокачки на Крэнга. Там нужно очень много пиццы. А тут мы сколько зарабатываем? Сейчас посмотрим. Давно я, кстати, не дрался за пиццу, если честно. О, 5 эпизодов. Было 15, сейчас дали 20. Потом, наверное, дадут 25. Потом 30, 35 и 40. Наверное, так оно будет выглядеть. То есть пиццу мы здесь неплохо настругаем. О, 20-ка, это уже 39. Плюс 25, это получается 64. Плюс, наверное, там уже будет 30-ка, это будет 94. Вау. Да, это будет шикарно. Так, сейчас, по идее, должно быть сколько? 64 пиццы. Так, 6... Где пицца-то у нас? Я ее не вижу тут. 64 плюс 30, 94. Да, и там еще потом плюс 35. Сотка. Там за сотку у нас получится пиццы. В принципе, на ячейке крэнгов на поиске самое то. Кстати, а сколько у нас валюты? О, ребята, валюты-то у нас достаточно. Вот так вот. Замечательно. Так, что-то я... Что я хотел вам сделать-то? А, конечно же, пицца. Добить пиццу. Последняя, это 35. 35, а подожди, я думал, что 40 будет последним у нас. А на последнем эпизоде нет. Ладно. На тебе, пиглич. Вот сюда бы Микеланджело бы, он бы этого пиццелица бы схомячил бы полностью. Не оставил бы ни кусочка от него, да? Он же у нас такой прожурливый. Ну что, 135
шпиц мы с тобой получили. Переходим опять же на Кренга. Находим навыки. 4. 4 силовые ячейки Кренгов. Дадите мне, пожалуйста, а? Раз. И все, да? И поплыли, и поплыли. Нет, вторую дали. Третью и последнюю, пожалуйста. Последнюю, говорю, дайте мне, пожалуйста. Не надо мне микроскопы ваши, дайте мне сил. Вот. Силовая, ребята, ячейка Кренгов. И 14 наушников. Вот с ними это будет проблема. Пускай они даже не в золотой обрамке, а в такой же серебряной. Но находятся они что-то как-то сложно. Раз. Два. Два. Два наушника только нашли из нужных нам 14. Хорошо. Ну что, ребят. Вот и все, в принципе, что я успел сделать. И то, что я смог. Больше, к сожалению, здесь ничего сделать нельзя. Хотя 6 сыра, подожди-ка, 6 сыра. Их можно вот сюда спустить. Оп, и 2 доллара. Нормально. Ну все, на этом буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.